Проезжали по городу, вот по Фрунзе. Я смотрю, моих деревьев что-то не видно. А сегодня мы здесь. Маугли в поликлинику надо. И вот что получается. Вот это дела. Как же мне повезло увидеть эти грибы. А сейчас это дерево спилили. И больше нет этих грибов. И нет этого дерева. Очень печально, очень. Были здесь два дерева моих больших. Но я снимала вешенки. Исчезли деревья вместе с вешенками. А вот эти вот деревья здесь еще стоят. Тогда мусоровоз ездил. Может быть, ему было неудобно. А здесь мне снять ничего невозможно, потому что машины ездят. Вот остались только вот эти деревья без вешенок. Вот они. Такие. А моих деревьев вот здесь вот нету. Вместе с вешенками. Вот и все. Они исчезли. Даже ни пенечка, ни ничего, ни колышка. С другой стороны потом посмотрю. Может быть, что-то и есть. Очень интересно и печально. Вот. Что ж делать? Потом, по возможности, сейчас пойду посмотрю с другой стороны. Здесь сейчас забор заделали, дырку. Не пролезть. Что бы вы думали? Я в лесу таких... Мне никогда не везет найти такое чудо в лесу. Вот хоть убей. Ни за что. А здесь целое дерево. Не то, что никому не нужное. Я уже вижу, что кому-то они понадобились. Кто-то их взял или съесть, или на распознавание. Вот остались только вот эти деревья. Они более-менее хорошие. А здесь чистое поле. Кто-то ездит сзади меня. Машина приехала, она буксует. Ну, пусть буксует сама себе. Им места мало. И уничтожили мои вот эти вот... Здесь такие деревья. Я весной потом посмотрю, что за пенечки тут оставили или нет. Вот, даже и не видно ничего. Туда я не пролезу. Вот попыталась по колено с них. Высоко. Кому-то помешало. Ну, наверное, транспортировки. Машины служебные ездят иногда. А эта машина не может. 69-я какая-то псковская. Вот такие вот деревья. О, эти еще живые. Ну, печально. Но зато я успела снять шикарнейшие деревья с вешенками. Это было очень круто. Это было супер. Хорошо, что я несколько раз здесь была и сняла все это чудо природы. Нашла такие грибы. Прямо в городе. Супер блеск. Шик, блеск, красота. Я еще потом когда-нибудь, когда возьму камеру, с другой стороны их, ну, если их никто не съест, конечно, к Новому году, я еще их сниму. Они еще будут расти. Вот. Как сказал Денис, тихая охота, что это зимние грибы. Они чаще бывают зимой. Вот такая печальная история произошла с моим грибным деревом с вешенками. Целое дерево вешенок. Так красиво они росли. А это я показываю Успенский кафедральный собор. Здесь служил патриарх сия Руси Кирилл много-много лет. На этом мы заканчиваем. Всем пока-пока. И до встречи!